Нет новых героев, кумиров. Вот и все. Последние герои это были Иванушки. Компьютер в этом юном поколении убедил в том, что не надо учиться музыке. Тяжело как бы что-то новое, да, внести. Все уже как бы, как сказали уже, все хиты написаны. Парадокс. Как бы телевизионщики не могут поставить нового исполнителя, они думают, что тогда рейтинг вообще провалится. А старых исполнителей они ставят, рейтинг тоже низкий. Вот и никто не знает, что делать. Ушла профессия исполнительского мастерства. Нет героев, нет таких вот личностей, музыкантов, песни которых бы вдруг запела вся страна. Проекты телевизионные, музыкальные, они рассчитаны только на эфир сегодня. Их не интересует судьба артиста завтра. Все хиты уже написаны, гениальные вещи какие-то, поэтому уже тяжело что-то уже новое придумать. В стране 4 человека решает, что сегодня будет звучать. Все сидят, а ты поднимаешься, и все тебя как рентгеном оценивают. Если ты не захватил их души, их сердца, их эмоции, они в следующий раз к тебе не придут. Шоу-бизнес сегодня, он разрушен. У нас не дают возможности сильным, интересным артистам быть. Мне повезло в том плане, что не было компьютеров, не было фонограмм. Музыка есть музыка. Великий вид искусства, который заставляет человека услышать свою душу.